Я хочу показать, как старые металлопластиковые окна. Вот, посмотрите, какие они старые. Вот оно стало, и вот оно было. Натали, протри вот там, пожалуйста. Значит, чем сейчас Наташа протирает? Да, Наташа протирает сейчас насадочкой от экспресса. Она чем, что первая схватила, тем и пошла мыть. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вычищается все, даже какие-то остатки от шпаклевки, да, Наташа? Вот, вот эти вот какие-то. Что это? Нет, ногтями не надо, Наташа. А я не знаю, что это. Не знаю, что это. А, все, это у нас санбин. Да, наш красивый, новый. И теперь, внимание, сейчас очень важный момент. Смотрите вот эту часть, вот, да, и смотрите часть рядом. Я думаю, что как будто бы это новое, а это как будто бы старое. Я еще раз... Знаете, что это такое? Это не просто строительная пыль. Ну вот не просто. Это смесь пыли с остатками вот этой вот... Знаете, когда устанавливается, еще остатки дерева остаются на поверхности, да? Вот это вот все смешано, ну и, конечно, пыль такая жирная. Мы сначала всю эту пыль собирали вот такой вот насадкой на швабру. Это моя древнейшая насадка. Я вам хочу сейчас показать, какого она года рождения. Я думаю, что вы даже не увидите ее год рождения, потому что он уже неизвестен. Но могу вам сказать, что ей лет 16-18. Вот, вот она уже вот такая вот тоненькая. Вот, да? Вот этой вот насадкой изначально мы собираем пыль. То есть я вот даже хочу сейчас своей рукой показать вам, да? У нас вся пыль все осталась вот и здесь полностью. Все собираем, потому что пыли очень много. Да? И теперь мы берем нашу. Угу. Вот самбинчик мы его слаживаем. Четыре. Да, да. Ага. Все. И мы просушиваем. И раз. Слушай, ты так правильно делаешь. Просто дотрагиваешься все быстро. И... Так. Одно удовольствие убирать экопродуктом. Эх, да, вы правы, как никогда, Мария. А теперь смотрите, вот у нас стало, а теперь обратите внимание, что у нас было. Я думаю, что разница колоссальна. Эту часть. Ага. О, все. Ты одной стороной, вот, вот именно вот эти вот части. О, здорово, здорово, отлично. Вот. Я еще раз хочу повторить, что окна старые, и тут хорошо видно, как белая рукавичка не просто их делает новыми, а еще и собирает шпаклевку, которая осталась, ну, я не знаю, когда ставились окна, ну, давно. И вот мы вот эти все части будем сейчас протирать. Работает у нас здесь белая рукавичка. Мы ее чуть-чуть смылили хозяйственным мылом. Немножечко. Так. Сейчас, друзья, я вам, как всегда, могу показать одной в этом случае правой. Вот пока там Оля у нас другим делом занялась, я вам покажу, что я делаю. Значит, мы промыли все окошко. То есть мы дотронулись водичкой, правильно? И вымыли всю грязь. Потом, Олечка, ты мне будешь нужна с санбимом, пожалуйста. Потом мы делаем вот так. Скажите, кто-то может вот так одной рукой помыть окна? А я могу, видите? Так, а теперь смотрите, что будет дальше. Ответственный момент. С этой стороны мы сейчас помоем. Так. Видите, что я делаю?
У меня мокрая шубка. Я размыла. Так. И потом вот таким вот движением собрала. Раз. Потом сделала два. Потом сделала три. Да, кстати, хороший вопрос. Чем это я так быстро делаю? Сейчас мы еще раз, так как я мыла одной рукой, мы еще раз будем домывать. Но все равно я думаю, что разница хорошо видна. Вот если я стану здесь, я стану здесь. Мир. Смотрите, здесь вот остатки клея на стекле. Вот он, вот он. Вот смотрите, как я здорово все это сделаю. Обратите, пожалуйста, внимание, я это делаю без мыла, одной левой, просто белой рукавичкой. А теперь дальше. Вот смотрите, вот эти вот тоже затертости мы проходим. Теперь дай-ка мне санбим. Теперь мы берем санбим. Мы его складываем вот так вот в 4 раза. И делаем вот так. Раз. И руку убираем. Вот мы сейчас как раз и показываем, как мыть резинку. Значит, у нас есть белая рукавичка, но Оля в руках держит шубку от экспресса. Вот от этой части. И мы вот... Так. Так. Ой, как хорошо видно. Вот, смотрите, пожалуйста. Все продолжает. Люба вообще сегодня такая красотка. Она как будто не на уборку оделась. Ну, гляньте. И смотрите, и чистенькая. Потому вот что мы работаем чистиками. Без химии, без ничего. Понятно? Это серьезно, правда? Поэтому мы идем на праздник. Делаем это с удовольствием. Но я вам хочу сказать, друзья, вы же знаете, мне еще везет на людей. Меня окружают какие-то потрясающие люди, просто потрясающие. Ой, Наташа, вот это я очень хочу. Можно посмотреть? Наташа, ты у меня волшебница. Смотрите, дорогие мои, вот это вот он стал, а теперь смотрите, какой он был. Я тебя просто попрошу здесь рукой поводить. Вот. Ага. Так. Здорово. Так, а ну скажите мне, видно вам или как? Посмотрите. Наташа.